Нового гендиректора краевого предприятия автомобильной дороги Забайкалья назвали в пресс-службе Министерства строительства региона. Это уже третий руководитель за последний год. Должность занял бывший председатель комитета городского хозяйства и экс-руководитель единой дежурной диспетчерской службы Читы Алексей Зюрев. Также были назначены заместители генерального директора. Это Андрей Насенко, который ранее также исполнял обязанности гендиректора, и Дмитрий Случаев. Предыдущий руководитель автомобильных дорог Михаил Гурулев в ноябре 2021 года был задержан по подозрению в получении взятки в 1,3 миллиона рублей. Ему назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.